раз. Альбина! Да, блин! Что ты там смотришь? Ты тупая! Привет, ребята, опять. И в каком-то из выпусков я говорила о том, что я хочу, чтобы мы с вами были немножечко ближе, побольше узнали обо мне, чем я вообще занимаюсь, где я учусь. И как раз этот момент настал. Большую часть своего времени я посвящаю учебе, естественно. А кто не знает, я учусь на музыкальном отделении уже 4-й курс. В протяжении уже вот этих 4 лет нам каждый учитель говорит о том, что вы музфак, а именно ваша группа отличается от всех. Вы какие-то другие, вы все разные, но при этом вы одинаковые. И как раз сегодня я вам хочу показать нашу обычную музыкальную жизнь. Поехали! Моменты жизни. Киса, какие твои ощущения? Давай рассказывай. Совет мне уже. Ну чё, какие у меня впечатления? Пришла и мне уже запрягли на вахте сидеть. Я тебя подставила. Головку меня. Ну вместе были бы. Работник месяца, блин. Это в Бургер Кинг ещё устроюсь на. Промокод 105.03. Давай, показывай свой маникюр. Раз, маникюр музыкальный. Так, второй, давай. Показывай. Красавица музфака наша, фея. Покажи. Ну всё, я же... Давай вот так. Давай неожиданно. Давай. Ясно, ну, неплохо. Все увидели? Да, все увидели. А ты понимаешь, что у тебя цвет маникюра подходит по твоей тени? Тени, да? Тени, близко. Маникюр, тени. Красота. Не надо пищалиться. А вот я хотела, чтобы она услышала, что типа улыбайся. Ну это все она услышала же, ты же слышала. Классный мюзикл говорит. Как ветру снеги. Лар, и к юряги, к яр, и к зыда ваших лар. Вообще прям бомба. Алисур, что, песня бомба? Песня бомба. По эйфории уже. И говорит, вообще так зажгу, милад задохнет. Это моя самая любимая группа. Что-то у всех почти 3 полоски. Даша как будто молится. Гуч обычно мне звонит и говорит, Усачева, это где? Я говорю, я не в колледже, Райсмита Гуч, Минбуган Келемим. Он такой, ну ладно. Сейчас мы играли, занимались, Райсмита Гуч. Он такой, Диана, бери трубку, когда я тебе звоню. Яма, ол трубка на ярарма. Я говорю, ярара Райсмита Гуч. Мама, тяма, деньги. Деньги просто. Теперь я обязана брать трубку и можно даже звонить. Thank you.
второй. Друзья, ребята, сказка вместе с огнем. Мы отправимся в дорогу, встретим там кого-нибудь. Может, добрую принцессу, то, что видели не раз. На печенье Миля, может, покатает нас. Нина! Всё, БТ! Концертмейстер Анна. Балерунье Хакимова Аннушка и Киса Красильникова. Танцуем, девочки. На сцену работаем, на нас. Они танцуют так же плохо, как и наш играет концертмейстер. Они там. Когда ж похудели, это тебе. Ты обалдела? Солнце покажи. Абхазия, клуша. Эти карандаши олицетворяют вас. Посмотри, какой он прям ярочка. Я видела, думаю, да. Дундук какой-то. Это тебе клочок газет. Что там? Я не знаю, что такое. Это флешки, чтобы хранить. Смотри, газета. Давай, газета. Это какая-то абхазская газета. Газету? Республика Абхазия. Так, супер. Fire на стакайку, десница. Абхазия и рыба. Грибочек. Это медуза. Медуза! Сейчас мы нашли человека, который меня копирует. Сними вот это. Вот, мои кроссовочки по скидке. И сними вот эти кроссовки. Внимание, внимание. Такие же. Она меня копирует. Не копируйте меня. По-любому тебя копируют. Она меня копирует. Отвечай, по-любому. Она говорит, что ее копируют. Смотрите, у меня такие же кроссовки. У девчоночки тоже такие кроссовки. Она по-любому меня копирует. По-любому. Скажи, я вижу тебя. Или она тебя копирует. Да? Да. Она на меня смотрит и не краснеет. Или ты ее копируешь. Нет, слушай, я не могу никого копировать. Ей стыдно. О, я умею приближать. Состояние просто Альбина. Сама будто так делаешь. Расскажи успех этой песни, почему тебе она так нравится? Она сегодня такая, говорю, Настя, говорю, мне песня одна нравится, хочешь покажу? А тут свои эти, ну классические всякие, говорю, давай, говорю, мульт, я покажу, тебе покажу. Ты мне это, давай, говорит, из сумерок песен сыграем. Из сумерок сидели здесь, такое унылое тут, это вообще было. Ну, ага. Я такая думаю, блин, девушка, давайте повеселее что-нибудь. Ага, я им показала Мурку, значит, и всем понравилось. Людмила Алексеевна, как вам песня? Мурку петь тихо невозможно. Пригодится в жизни. Все, убирай. Ну а на этом все на сегодня. И после вот этого всего увиденного вы, наверное, хотите спросить: вы вообще учитесь? В этом как раз и заключается наша учеба. Мы действительно постоянно что-то поем, постоянно у нас какая-то тусня, мы играем, рассказываем друг другу истории. Надеюсь, вам было интересно это смотреть, и вы прочувствовали нашу всю атмосферу. Но если вам понравился этот выпуск, то я выложу еще одну часть. И напишите, пожалуйста, в комментариях, какой момент вам больше всего понравился, потому что файрышинская песня про Мурку — это что-то с чем-то. Да, Атас. Ну а с вами была Дарья и вся наша группа М151. Скоро увидимся. Пока. Вера.